Аргумент был у врачей совершенно очевидный. А что вы переживаете? У вас есть запасной ребенок. Надо трезво оценивать себя. И не в этот раз, так и в следующий. Мне казалось, все, я сдаюсь. Ну все, но я больше просто не могу. Это все ложь и провокация. Мне объяснили правила перевозки тела. Я это приняла как данность. Я сейчас, говорит, вам выпишу справку на дожитие, не мучайте ребенка. Жизнь подарит возможность какую-то или укажет направление. Я сделала все, что могла, и остальное уже в руках Божьих. Смотрите программу «Обернитесь» 12 июля в 18:45.